Разобрал, значит, получается, все-таки шестигранник выкрутил. От этого отломанного теперь уже вот оно само и спрыгнуло все. Болт выкрутил, подорвал, был на клее фиксаторе. И на конце вот такая интересная стояла деталь. Она, конечно, там делала, то ли уровень показывает, то ли этот датчик какой-то, непонятно, про это ни слова не было. Но факт то, что уже поломал его, вот от него запчасти. Конечно, если очень захотеть, что-то можно придумать, соединить, понять бы еще куда. Но вот согласно инструкции, про это нет ни слова здесь. Как говорится, додумывайтесь сами. Ну ладно, что сделано, что сделано. Будем считать, что, как я говорю, вот это подойдет теперь сюда. Сюда войдет гидролиния. Через этот вот стопорный винт. Он туда подходил очень хорошо. Просто руки. Сори, он уже здесь закручен. Вот он, да. Единственное, что вот эта деталь, получается, она как бы зрительно совершенно другая. Вообще куда подходит, непонятно. Но это Китай рисует так. Поэтому здесь, наверное, удивляться нечему. Ладно, буду дальше думать, как это все соединять.